Вот мы с вами зашли в помещение, и давайте покажу, как мы готовимся вас принять. Потому что у нас сейчас с вами идет наш марафон. Мы уже готовимся к Масленице. Пойдемте. Иду. Оп! Посмотрите, какая у нас красота. Для вас готова вот такая фотозона. Вы можете получить уже заряд бодрости, сделать здесь хорошее фото, сделать селфи. Для того, чтобы уже начать готовиться к Масленице и к нашему с вами марафону. Здесь для вас подиум с товаром дня. Всегда это сменная экспозиция, которая меняется в течение одной рабочей недели. Каждую неделю здесь появляются какие-то новые товары. Название указано на ценниках и размер скидки. Пойдемте в зал удобрений. А здесь у нас с вами удобрение. Почему мы выделили такую большую площадь? Удобрения, так же, как и мы, хотят не только пить, но и есть. Поэтому мы подготовили огромнейший выбор удобрений и органических, и минеральных. Средства защиты от болезней, средства защиты от вредителей, гербициды, грунты, торф. В общем-то, все, что нужно садоводу. Посмотрите, какая красота. Первоначальный обзор я вам уже делала. А сейчас только напомню, немножечко напомню. О нашей красоте. Более подробно мы с вами будем говорить в каждом видео. Настоятельно рекомендую вам обратить внимание на линию профессиональных удобрений. Итак, Осмокод. Обратите на него внимание. Уверяю, что ваши растения будут с этим препаратом здоровые, ухоженные. А здоровые значит красивые. Пойдемте дальше. Семена. У нас каждую неделю приходит новая поставка. Наш любимый агрохолдинг «Поиск». Семена наши, брендовые, Егоркина грядка, мы уже о них говорили. Семена «Партнер», семена «Алтая», семена «Гавриш», «Сибирский сад». Даже всех сразу и не упомнишь. Выбор богатейший. Обслуживание. Вот похвалю своих сотрудников. Уровень профессионализма. Уровень консультации вас, мои дорогие покупатели, вот самый-самый высокий. Посмотрите, мы поменяли фризы. Теперь у нас на каждой полочке очень красиво написано «Агрохолдинг Северин», потому что мы теперь уже гораздо больше, чем садовый центр. Мы производим посадочный материал, мы делаем ландшафтные работы, у нас сеть садовых центров. Мы открываем в феврале 20-й садовый центр. Не пропустите! Точный адрес, дату открытия, все расскажу дополнительно. Здесь у нас товары для рассады. Вы можете приобрести и торфяные горшочки, вы можете приобрести кассеты для рассады, торфяные таблетки, брикеты, да еще много что полезного и интересного. Идем дальше. В широчайшем ассортименте садовый инструмент. Обратите внимание, я еще раз напомню, у нас новая профессиональная линейка «Гронс». Великолепнейший инструмент торговой марки «Мистер Лога», который полюбился уже всем нашим дачникам и садоводам. Что называется, лег в руку. Выбор ведра, лейки, вазоны, кашпо. Оглянитесь! А чтобы наши с вами мужчины не заставились без дела, у нас есть прекрасные лопаты, вилы. И наши мужчины должны вместе с нами копать, сажать. Но иногда мужчины бывают главными. Тогда мы должны находиться рядом, брать маленькие лопаточки и помогать вместе с ними. И копать, и сажать. Хотя сосед мой по старой даче раньше говорил так. Самый лучший экскаватор – это женщина с лопатой. Ну, здесь кому как нравится, у кого в семье как распределены обязанности. А мы с вами идем в зал, где нас уже ждут саженцы, где поступило огромное количество роз, и не только. Пойдемте. А посмотрите, какая вокруг меня красота. Я уже тут стою и пританцовываю, и прихлопываю. Да, хвойные растения, вот такая композиция из хвойных, создает великолепный ковер. Можно уже приобретать хвойные растения. Но что за моей спиной? У меня сердце прыгает от радости. Приехало огромное количество роз. Наш любимый агрохолдинг «Поиск» не перестает нас радовать красотой и новинками. Какие роскошные приехали английские розы. Мои любимейшие сорта.
Jubilee Celebration, Баскабель, Бенджамин Бриттон. Ну, выбор просто потрясающий. Мы начнем вас знакомить с сортами каждой группы. Итак, розы английские, розы канадские, которые выдерживают морозы до минус 45 градусов. Розы мускусные, посмотрите, хит продаж мускусные розы, какие они. Конечно же, классика, чайный гибридный, флорибунды, плетистый, парковый, почвопокровный. В таком изобилии можно просто потеряться. Ну а тот, кто хочет розу не в коробочке, а тот, кто хочет розу в горшочке, пожалуйста, у нас уже розы, которые с почками, которые прекрасно выглядят, великолепнейшие розы. Это розы двухлетние, а есть розы трехлетки и четырехлетки. Давайте посмотрим, какие же они. Вот они красавицы, вот они розы. И какие же у нас тут сорта? Это классические сорта Отелло и Фишерманс Френд. В прошлом году эти розы пользовались особой популярностью. И мы для вас забронировали и уже привезли. Посмотрите, какие уже трогательные почечки. Вот прям берем горшочек. И какой же это сорт у нас? Чайный гибридный Мияновские розы. Пульман Ориент Экспресс. Эти розы чудесные, шикарнейшие. У меня растет 3 куста таких роз. Невозможно не налюбоваться. А еще я вам покажу, что мы начали делать выкладку. Пока стенды пустые, но на каждом крючочке займет свое достойное место посадочный материал многолетник и луковичных. Давайте посмотрим. Только начали выкладку лилий. Логибриды, лагибриды, котегибриды, азиатские, восточные, челмовидные, трубчатые. Можно просто запутаться в таком изобилии. Заметьте, только-только начали выкладку. Вот только сколько рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. И только-только начали. А теперь внимание. Вот это все наполняется. И к выходному здесь будет просто бомбически красиво. А еще к нам поступили в продажу розы. Знаете какие? Сейчас покажу. Не могу не показать красоту. Полынь. Великолепнейшая подбивка для роз. Если вы хотите, чтобы ваш розарий был шикарным, обратите внимание на полынь, обратите внимание на лаванду, обратите внимание на злаки. Все это в горшочках. И еще обратите внимание, мы о вас очень позаботились. Сделали большие удобные столы, чтобы вам не наклоняться, а сразу взять горшочек с растением и отправиться к себе домой. А здесь у нас только-только начали выкладывать пионы. Пионы травянистые, пионы итогибриды. И скоро приедут пионы древовидные. А у нас теперь поставки будут каждую неделю. Не пропускайте наши видео. А посмотрите, что еще мы приготовили. Как я уже сказала, мы больше, чем садовый центр. И у нас есть в продаже рассада земляники нашего собственного производства, агрохолдинга «Северин». Давайте покажу. Рассада клубники, она потихонечку у нас здесь начала расти, в теплицах росла. Это мы представили только чуть-чуточку, совсем чуть-чуточку. В ближайшие дни установим описание каждого сорта с красивыми картинками, чтобы вы сразу могли видеть, какая ягода, какой вес, какой вкус, какой срок созревания, и получить всю информацию, необходимую для правильного выбора. А дальше у нас плодовые кустарники, плодовые деревья и огромное количество ящиков. Посмотрите, с тем товаром, который только сейчас будет выкладываться. Еще раз напомню, что поставки у нас каждую неделю. Не пропускайте наши видео, следите за нашими новостями. И пойдемте покажу особенные розы. А сейчас внимание! Та-дам! Смотрим! Пока мы с Леной делали видеообзор, уже наши девочки поменяли подиум «Товар дня». Я не зря сказала, что у нас сменный подиум. И выставили здесь шикарные розы на штамбе. Причем высота штамба есть разная. Есть высокий, есть чуть пониже. Выбор потрясающий. Не пропустите, быстрее приходите. Пока работает у нас лотерейный марафон, пока в продаже есть саженцы, не упустите момент «Товар дня». А еще хочу вам сказать, что у нас сегодня очень важный в нашей жизни день.
потому что праздник каждого сотрудника – это наш общий праздник. Иди сюда. Вот моя девочка, чудесная моя девочка. Вы все ее знаете, директор нашего садового центра Громова Оксана. И сегодня у нее юбилей. Она чудесная мама, любящая и любимая, заботливая жена. Но самое главное, она обалдеть какая бабушка. У нее есть чудесная внучка Амелия. Такая красавица, умные дети, хорошие дети, достойные дети. Муж выше всех похвал. Чудесный помощник Оксан, с юбилеем. Спасибо. Нас связывает не только многолетняя работа. Сколько мы вместе работаем? 19 лет. 19 лет. Но знаю я Оксану и люблю ее. Только не удивляйтесь. 37 лет. Мы, конечно же, сегодня ее поздравим всем коллективом. Уже приготовили подарки, но не буду раскрывать все секреты. Мы сегодня ее поздравляем с днем рождения. И в ее день рождения как раз выходит это видео. Друзья мои, приходите к нам. Мы с Оксаной и всем нашим дружным коллективом будем искренне рады вас видеть.